Добрий вечір, це «Тема дня» в студії Аніта Рашевська, а тема нашого ефіру – реабілітація наркозалежних. 26 червня – Всесвітній день боротьби з наркоманією. Напередодні громадські активісти ліквідовували по місту рекламні написи продавців наркотиків. Люди, яких ми запросили до студії, займаються боротьбою з наркотиками щодня, не прив'язуючись до якихось дат. Ольга Терехова – керівник наркологічного центру «Друге дихання». Та Анатолій Кухаренко – керівник відділу профілактики наркологічного центру «Друге дихання». Ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете приєднатися до нашої розмови за телефоном 47 74 72. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Спасибі, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Будь ласка, акція, яку ви проводили, тобто ви ліквідовували рекламні написи продавців наркотиків, це дієвий спосіб боротьби з наркоманією? На ваш погляд? Я думаю, так. Да. Тому що чим менше цих буде надписів, тим менше будуть люди бачити і заходити. Во-первых, любой ребенок может зайти на этот сайт, просто проверить и узнать полную информацию вообще о наркотике. В принципе, знаете, интерес, а потом человек начинает действовать. Ну, это еще своего рода как протест. Наш протест против распространения. Наш вызов, так скажем, обществу, которое этим занимается, да, части общества, которое пишет эти сайты, распространяет таким образом наркотики. Это наш вызов им, что мы против. Мы не хотим жить в таком городе, в котором есть эти надписи, в котором так легко и просто зайти и купить наркотик. И мы выказываем свое недовольство и привлекали мы к этой акции. Не только мы этим занимались как общественные деятели, но и клиенты нашего центра, и также служба пробации Корабельного района. Мы совместно провели эту акцию как в честь этого дня, в честь нашего протеста. И также клиентам нашего центра было полезно тоже поучаствовать. Они, как ранее, они пользовались этими сайтами, но сегодня они их закрашивали. И говорили, нет, мы против. Для них это тоже хороший, так скажем, профилактический такой ход для их выздоровления. Відеоматеріал, який предоставили нам наші гості, ілюструє їх дії. Давайте разом подивимось і прокоментуємо. Зараз ми побачимо на екранах ось акція «Намалюй життя». Тобто це акція, яку ви проводили, так, Анатолій Володимирович? Так, да, це ми вчора проводили цю акцію, совместно, ще раз повторюю, з службою пробації ми закрашували надписи. Ось саме ці написи, вони і ілюструють те, що де можна замовити наркотики? Так, да, совершенно верно. Потім просто елементарно чоловіку, человеку дается расчетный счет, он переводит финансы на счет, и ему сбрасывают адрес или фотографию, где лежит наркотик. Я так вам скажу, настолько сейчас город заполонился этим наркотиком, что если человек сильно захочет, он может его найти на улице просто даже без надписи. А, будь ласка, такие рекламные написи, какие нагадують і які говорять, де можна придбати наркотики. Вони малюються прямо на очах людей, і ніхто за це не несе відповідальність? Ні, скоріше всього, це рисується, звісно, ночі, але може хтось як-то десь, тому що буває в таких містах, де, ну, за трансформаторними будками нарисовано, хтось може і днем. Но в основному, мабуть, рисується ночі, тому що, звісно, якщо поліція остановить, то вони випишуть правонарушення, якийсь штраф. Даже мы сами, когда ходили, закрашивали их, очень много людей обращалось, что вы там красите, что вы делаете. И это очень было важно даже для нас, потому что мы в этот момент могли провести людям профилактику и рассказать, что мы делаем для того, чтобы... Потому что есть моменты, когда на их магазинах на надписи, и они не знают, что это такое. Мы объясняли, рассказывали, что это адрес, где можно приобрести наркотик, и мы его закрашиваем, тем же временем проводили профилактику. Тобто пересічні громадяни, які бачать такі написи, вони навіть і не здогадуються про те, що це саме повідомлення сайту, де можна придбати наркотики. Так, да, дуже багато. Но більшість знають. Більшість знають і відкрито говорять, закрашуйте, допомагайте, спасибо.
Даже администрация Корабельного района, они, когда мы пришли, обратились и написали письмо в проведении этой акции, они поддержали, говорит, закрашивайте, вдруг какие-то моменты, будут жильцы жаловаться, вызывайте нас, мы приедем, в принципе, все объясним. Люди знают об этом, просто что, знаете, у них не хватает, говорит, не хватает людей для того, чтобы закрашивать ходить. Потому что люди, которые их распространяют, у них очень много, во-первых, финансов, много возможностей для того, чтобы их после нас опять же прийти и нарисовать. Но я думаю, мы не остановимся, будем дальше продолжать. И совместно с, с каждым районом будем, я думаю, бороться с этим. Крім ліквідовування рекламних написів продавців наркотиків, яку профілактичну роботу ви ще проводите, будь ласка? Сьогодні у нас була акція, да? Ми можемо розказати? Ну, да, ще, в принципі, скажіть, будь ласка, проводимо ми спочатку, я давайте скажу, проводимо в учебних заведеннях. Ми приходимо в школи, проводимо дітям, розказуємо о вреді наркотика, алкоголізму, табакокурення повністю проводимо. Или в игровой форме, или информационное занятие какое-то рассказываем, или даже приводим каких-то своих реабилитантов, которые на своем примере рассказывают, как оно началось и как оно, чем это закончилось. Проводим мы, ходим в наркологию областную нашу, где нам идут тоже навстречу, мы общаемся с их клиентами, потому что тоже у них чуть-чуть не хватает, как со специалистами, чтобы донести более информацию. Сейчас мы заключили договор с службой пробации Корабельного района, будем проводить у них. Это с людьми, которые или досрочно освобождены, или получили условный срок. Или по наркотикам, или по, ну, по разным причинам. В принципе, там будем проводить тоже информационные занятия. Будет привлекаться наш психолог, который будет проводить тоже. В принципе, сегодня проводили мы акцию. Тобто ви працюєте і з наркозалежними, і з тими, хто страждає від алкоголю? Да, совершенно верно, потому что это ж така ж сама болезнь, что наркомания, алкоголизм, даже сейчас вам скажу, и игромания. На том же самом уровне психологическое заболевание, те же самые последствия, так же само, как и от алкоголизма, от наркомании. Профілактична робота дійсно вона має місто і місце, і вона дуже важлива, адже хворобу легше попередити, ніж лікувати. Втім, основний напрямок вашої роботи – це реабілітація наркозалежних. Ольга, центр, який ви очолюєте, «Друге дихання», займається реабілітацією наркозалежних вже не один рік. Так, це так. В Ніколаєві ми существуємо 3 роки. Вообще мы приехали сюда с мужем из города Харькова, и до этого мы тоже несколько лет занимались там помощью в восстановлении жизни таких людей. В Николаеве, повторюсь, мы 3 года работаем. У нас есть отделение, где находится центр восстановления. Также есть отделение ресоциализации. Это люди, которые проходят социальную адаптацию после центра, которые уже... У них есть направленность такая, как найти себя, найти, чем им заниматься в этой жизни. Они занимаются также волонтерской деятельностью на центре, помогают. Ну, это одна из частей программы, чтобы помочь такому же человеку, как и он, приобрести, так скажем, другую жизнь. И многим это нравится, они через это чувствуют подъем духа, они открываются через это, помогают ребятам, вновь прибывшим, они их поддерживают, говорят, все будет хорошо, у тебя получится, ты сможешь. И через это они как бы как сами себе это говорят и воодушевляются, и многим нравится да, это. А, будь ласка, за цей час вы расширили свою базу? И если вы расширили, то насколько? А если нет, то почему вы не занимаетесь этим питанием? Але у нас есть звонок, давайте послушаем, да. А потом мы ответим на это питание. Добрый вечер, вы в эфире. Добрий вечір, ми вас слухаємо уважно. Алло, це я? Так, це ви. У мене питання такий. В принципі, я знаю про наркоманію багато, дуже. Я не вірю в те, що говорять зараз ваші гості. А чому ви не вірите, будь ласка? Користуючись власним попитом, ви не вірите? Не користуючись опытом, просто созданные клубы, ну как бы объяснить.
Щось там обірвалося, але зв'язок, на жаль, обірвався. Втім, наш глядач не вірить вам. Ми не знаємо, в чому полягають причини його недовіри до вас, але все ж таки його думка має місце. Будь ласка, Ольга, Анатолію доведіть, чому є люди, які не вірять вам. Це може бути обикновенне. Я думаю, що ви зіткаєтесь з такими на житті. Може бути обикновенна причина. Може хтось, або сам він, або хтось із його близьких, або з друзів, які були на реабілітаційному центрі, у яких не вийшло щось поміняти в своїй житті, бросити і повернулися обратно в употреблення. І, в принципі, після цього чоловік може не вірити. Може бути ще предубеждення у чоловіка. Це така саме дуже часто дуже... Проблема, когда человек в связи с тем, что он много пробовал бросить, товарищ сказал, да, что у него большой опыт с наркотиками, я знаю. Судячи по голосу... Да, он был нетрезвый, да, но он говорит о том, что у него, он знает, да, о наркотиках. Я так понимаю, что он, наверное, их пробовал. И, ну, наркотик такая вещь, что это очень тяжелая ситуация в жизни человека. Влечет она за собой много последствий, много проблем, и с ней сложно справиться. Действительно, наркозависимому сложно бросить. Зачастую есть множество попыток лечения в наркологиях, кодировки, просто снятие абстиненции, да, там, или уезжал он на дачу, там, закрывался. Ну, много таких попыток зачастую у людей, употребляющих наркотики. Они пытаются бросить самостоятельно, и эти попытки, если не венчаются успехом, соответственно, они разочаровываются в том, что они вообще могут справиться со своей болезнью. Ну, или там они называют ее по-другому, со своей зависимостью, с употреблением. Им тяжело, у них нет поддержки, у них нет людей, которые их понимают, и они вот в этом замкнутом круге так и остаются. Ну, ще можна додати, що більшість наркозалежних не вважають, що вони наркозалежні. І в цьому да, теж полягає трудність. Ну, зачастую це алкозависимих, звісно, касається таке отрицання пряме, да, що я не алкоголік. Наверное, многие слышали. Я не алкоголік, я просто часто п'ю. Вот. В принципі, наркозависимий, він осознає, що він зависимий. Просто, что он не готов принять где-то помощь, не готов принять какую-то конкретную помощь, да, если она ему неудобна. Поэтому вот сегодня мы проводили профилактическую работу тоже в Каштановом сквере, в центре города у нас. Акция была посвящена сегодняшнему дню, 26 июня, да, Международный день борьбы с наркозависимостью, в связи с коим днем мы здесь вообще находимся, да, тоже. И мы раздавали листовки, где написано о зависимости, и общались с людьми, с разными, сталкивались ли они с зависимостью, что они об этом думают. И также я имела общение с человеком, который находится в зависимости длительное время уже. Он наркозависимый, он стоит на метадоновой программе, он ВИЧ-инфицированный, у него туберкулез, и у него много сроков пребывания в тюрьмах. Но он тоже, он вроде и хочет, и он говорит, я понимаю, у меня проблемы серьезные, и по нему это и видно, и он открыто говорит, да, об этом, и он делится о том, что было много у него попыток, но все же он употребляет. Но у него вот была такая иллюзия, что вот он некий срок уже не употребляет, но я вижу, что он под воздействием веществ. То есть человеку зависимому свойственно, с одной стороны, осознавать, что он зависимый, но с другой стороны, у него есть ряд там, а вот у соседа проблем больше, причин, чем у меня, угу, да, там, и так далее. То есть целый ряд на отрицание, это называется психологическое, когда человек, ему сложно осознать всю тяжесть своей проблемы, ему это больно очень, и он... І скорее він пользується вот именно вот этими механізмами. У нас є знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Здравствуйте. Добрий вечір. Здравствуйте. Я хочу спросити,
А сколько ж вот это вот лечение, сколько стоит? Спасибі вам за питання. Якраз ми збиралися обговорювати саме це питання. За які кошти існує ваш реабілітаційний центр? Будь ласка. Центр существує за счет благотворительних взносів, які совершають родителі клієнтів, які у нас знаходяться. А скільки коштує перебування у вашому центрі? Адже наша глядачка саме питала, да, про це. Суми різні, вони вуалюються там від 5 до 8 тисяч гривень в місяць. Да, помісячно. В эту стоимость входит все полностью. То есть мы больше не берем никаких финансов за что-то. Входит стоимость полностью проживания, питания в центре, обеспечения его специалистами, поддержкой. Да. Ми зупинились на питанні, чи ви розширили свою базу, адже 3 роки вже існує ваш реабілітаційний центр «Друге дихання». Будь ласка, Анатолій, Ольга. Давайте, в принципе, да, расширили, потому что начинали мы 6 человек, да, у нас, кажется, было на центре, на Маломорской у нас был центр, маленький домик. Сейчас, на данный момент, у нас большая территория под центр. Хороший. Вы находитесь в Корабельном районе. Районе, возле завода «Океан». Витовский, да, район, так? Да, в Витовском районе. Хороший у нас спортзал, где мы привлекаем тоже специалистов, которые проводят, ну, тренировки, физические нагрузки, чтобы было кардионагрузки, ну, прорабатываем. Плюс у нас есть отдел ресоциализации, это адаптации. Плюс у нас есть медиа-отдел, где ребята тоже, которые выходят и проходят программу, они развиваются, они работают, составляют ролики, ну, в медиа-отделе работают, в принципе. Отдел профилактики есть, да, потихоньку развиваемся. Скількох людей вам вдалося позбавити наркозалежності? Ви ведете якусь статистику? Ну да, статистика є. Я можу поділитися статистикою по Україні, яка є у нас. Ми недавно предоставляли такий отчет в Києві. У нас отчет давали у нашій діяльності. І в 18 регіонах на сьогоднішній день у нас є організації общественні, які состоять в Союзі. Союз называется «Союз антинаркотических сообществ». В этом союзе состоят организации общественные с 18 регионов Украины. В данный момент около 500 человек проходит реабилитацию во всей Украине в нашем союзе. За последний год обратилось около 3000 человек к нам. Процент выздоровления, ну, его сложно зафиксировать, этот процент выздоровления. Мы можем сказать о проценте, допустим, который мы видим, да, пока человек находится на реабилитации, на ресоциализации, пока он находится в нашем сообществе, мы его видим, знаем о нем, да, что он трезвый, и можем сказать о том, что он трезвый. А те клиенты, которые прерывают реабилитацию, таких тоже очень много, которые уходят с центра и самостоятельно уже живут. Мы их можем с ними поддерживать связь, а можем не поддерживать. Ну, это от него все будет зависеть. Вот. Поэтому точный процент вот так вот восстановления такого я не могу сказать. Но вот в нашем регионе, я подсчитывала за прошлый год, ну, 10% больше года ремиссии. 10%. То есть остальные просто я, за кого-то я могу не знать просто, но вот точные есть вот 10%. Такая вот... Да, да, 10-11%. В колі людей, які стикаються з наркотиками, є фраза «мак вміє чекати». Повністю позбутися наркозалежності вважається неможливо. І рано чи пізно, а тяга до наркотиків, вона дає про себе знати. Це так? Ну, да, да, звісно. Ну, в принципі, да. Это правда, потому что наркотик умеет ждать. Это хвороба на все життя? Вообще да, это хвороба на все життя. Но с этой хворобой можно всю жизнь бороться. Я имею в виду бороться как не делать некоторых вещей. Почему человек бывает срывается? Потому что он же попадает обратно же в тот круг общения. Или он просто решил попробовать
более легкий наркотик. Или, ну, он нарушает рекомендации, которые ему просто нельзя. Пример привести, ну, с обыкновенной болезнью, там, или гайморит, или какой-то. Есть рекомендации, что нельзя делать. Переохлаждаться, на сквозняки выходить, и ты всю жизнь будешь, ну, никогда не попадешь в эту болезнь обратно. Так же самое с наркотиками. Есть рекомендации, которые можно делать, которые нельзя. И если человек будет соблюдать все рекомендации, он не вернется обратно. Даже профилактика, можно так сказать, да. С каждым годом ему все легче, легче, легче будет. И потом придет просто время, когда он забудет. Но бывают те моменты, когда человек попадает как-то случайно, или даже не по своему желанию, в какую-то атмосферу, в какую-то ситуацию. Там, где ли наливают, или часто пьют. Но просто если он развернется и уйдет даже в тот момент, то он останется трезвым. А если он начнет сидеть, просто интерес какой-то получать в этом, ну, он может сорваться. В принципе, это правда, что наркотик умеет, и алкоголь умеет жать. Зависимость умеет, скорее всего, ждать. Не разница в наркотике, в алкоголе. Так же самое, я же говорю еще раз, в игромании. Та же самая проблема. Это правда. Тобто, якщо людина, вона наркозалежна, вона... І вона вилікувалась від наркозалежності, все одне вона повинна здійснювати якісь певні правила, щоб не потрапити знову у тенети наркотиків. Ну так, да, я би навіть ісключила би слово «вилічилась», да, тому що воно... Ну, позбавилась наркозалежності. Ну, так, да, ну, як не зовсім характеризує те, що відбувається з зависимим чоловіком. Ну, скоріше, йому потрібно... зависимому человеку что нужно? Физически, да, он отходит. Если нужна там детоксикация, они попадают, да, в наркологию. Спасибо нашей Николаевской наркологии на Володарского. Там они проходят детоксикацию, их там помогают им, да, таблетированно, там медикаментозно выводят из этого состояния. Вот. А потом ему нужно психологически просто восстановиться. Ему нужно переждать какие-то моменты, когда у него перебои настроения сильные происходят. И также ему нужно получить поддержку таких же зависимых людей. Вот он попадает в центр, и за счет чего он вообще может проходить какие-то свои личностные проблемы, потому что возле него сидит какой-то человек, который ему говорит: у меня так было, у тебя люди, это пройдет, все будет хорошо. Цю справу. Да, да. Ольга, у нас залишається мало часу, але мені хотілось задати ще одне питання, дуже важливо. Адже є ще один бік медалі щодо наркологічних центрів. Щоб позбутися людини, її запроторюють до центру. Так, на Харківщині Служба безпеки України припинила діяльність двох наркологічних центрів, якими керували представники релігійних сект, і люди утримувались там проти їх волі і в дуже поганих умовах. Як не потрапити до тенет таких псевдорятувальників? У нас залишається хвилина, будь ласка. Вообще, на самом деле, ваші рекомендації. Ваші рекомендації нашим глядачам. Рекомендація моя такова. Во-первых, когда вы совершаете звонок в тот или иной реабилитационный, или как он называется, центр, который помогает зависимым, вы просите консультацию личную, чтобы приехать в центр и там увидеться с руководителем центра, посмотреть условия, увидеть, какую программу там работают, увидеть реабилитантов, в каком они там содержании находятся, посмотреть, где они живут, где они спят, что они едят и как они едят. Мы такие консультации проводим. У нас зачастую сначала родители приезжают и смотрят условия, общаются со мной, спрашивают все интересующие вопросы, я им все показываю, рассказываю, и потом они вместе с ребенком приезжают, или он уже не ребенок, со своим родственником приезжают и уже поступают к нам. То есть... придивитись власними очами. Збор інформації. Ну що ж, друзі, спасибі. Час нашого ефіру добігає кінця. Друзі, сьогодні ми обговорювали питання реабілітації наркозалежних. Це дуже велика проблема, але вона вирішується. У нас в студії були керівник наркологічного центру «Друге дихання» Ольга Терехова та керівник відділу профілактики наркологічного центру «Друге дихання» Анатолій Кухаренко. На все добре. Спасибо.